Не, я говорю, что это технический подход. Здесь, в принципе, можно применить силы, но становится не применить, если вообще. Чем на выбор? Это через паркинг. Да. Построил этот вход. Здесь можно выйти на улицу. И вот прямо паркинг. Давайте заглянем. Да, сейчас посмотрим. Заодно паркинг посмотрим. Паркинг четырехуровневый. Теплый. Места хорошие, широкие. А почем тут метраж? 13 квадратов, где-то 2,50-2,80 по ширине и 5,30 в длину. То есть центральный 2,80 чуть пошире делают, потому что зависит от двух мест. Кладовки вот такой виде, сетки разницы. А, мы их сдаем по подарным нормам, да. В таком виде. Ну вот уже видите, да, хранят что-то. Тоже можно один. А сколько здесь паркинг стоит еще? Сейчас уже в районе 2 миллионов. И до 2,5. Это все зависит от места, уровня. А дальше идет отдельный лифт. Блоки. Это уже мы поймем лифт. Отдельный два лифта ездят на паркинг и до подъезда. Там мы сделаем пересадку на основной. Это же марка лифта? Сигма. Это уже. Ну, такие хорошие стены сделали зеркальные. Ну, да, стены. Это получается грузовой ездит, да? Да. Или это отдельно есть... на паркинг. Есть грузовой, еще один, он обшит. И еще пассажирский. Сколько лифтов? 10, 2 и 6 на этаже. Опускается на минус второй. Это вот уровень, где мы с вами сейчас заходили с улицы. Уровень земли. А паркинг еще два уровня вниз. Два уровня над землей и два вниз. Вот мы были на втором. То есть есть еще выше один и два под землей. Так что вся закрытая. Я понимаю, что если мы что-то с паркинга типа грузим, то мы за первым поднимаемся, перегружаем другой. Ну, сейчас вот как раз для этого случая тележки начали закупать, чтобы мы там загрузились с вещами, там, с продуктами. 36 этажей, да? Угу. Ну, вы рассматриваете 8-й, там, 24. Угу. Ну, этот мы П-образный. Это да. Получается, это же не П-образный. Да. Если есть трассировка, она обязывает то есть, сделать по этому плану. Нет, да? Нет, это все условно, что внимание было мокрых зон и кухни. Здесь будут набережную продлять до Карамышевской. Да, да. Ну, Александр нам рассказывал. Угу. Так, ладно, что я тут с пейзажа снимаю, надо квартиру снять. Здесь выложена как раз кухня-гостиная слева. Вот здесь идет кухня. Угу. А здесь уже. Столовая, диван, гостиная, здесь спальня и совмещенный салон. Так, вот здесь кухня, а мокрая точка где-то? Вот здесь, пожалуйста, там кондиционный стояк, вытяжка. Там еще одна вытяжка, еще один кондиционный стояк, а вода у нас заводится вот. Там горячая, холодная вода. Оттуда вы уже по квартире на свое усмотрение.
Высота 3,20. Да. Получается 45 метров, да, высота? 60. 60 метров? Да. А в том доме? 60 метров. То Александр выделил 40. Да. Ну, стяжка, конечно, полный примерно плюс-минус. В том доме тоже идет вот такое вот окно? Или да. Там сплошное? Ну, сплошное. Такое же. И там это идет, получается, для пенсионера. Ну, это считается как однокомнатная, а не апартамент. Вот это вот. Не студент, я вижу. Ну, нет, апартаменты и... А, в смысле, квартира? Да, это квартира однокомнатная. Так тут же все, по-моему, квартиры в доме. Ну, я уже не помню. Не, ну тут про это высокий счет. А, в одном доме апартаменты в каком-то доме. Вот здесь он фокусу застраивает, видишь, да, это вот этот завод есть. Так, ну что, понял. Ну, хотя да. Из-за того, что тут изгиб, тут все равно красиво. Ну, все равно река останется.